Мы находимся на Крите в районе Ретимна. Приехали на рыбалку ловить нахлыста. Такая вот форелька, конечно, небольшая, но ловить приятно. Ну вот мы наконец подъезжаем к месту. Вон я уже вижу, как карпы выглядывают, ждут. Где же Игорь нам вкусной каши привезет? Напоминаю, мы находимся на Крите, едем на рыбалку на карпа. Сегодня у нас 15 ноября 2015 года. Конечно, с утра на водоеме вообще красота, тишина. Уже слышим, работают машинки для сбора оливок. Где-то барашки вышли пастись. Короче, рай для рыбаков. Тут даже не рыбак захочет рыбу ловить. Подтягивайте. Что это такое за рыба крупная попалась? А? Вау! Вот это да! Еще ближе, ближе, ближе. Что это такое за зверь? Что это такое за зверь? Привет, краб. Выплатил главное. Как дела? Что мы с тобой делать будем? Кусаться будешь? Нет? Акробат, акробат, акробат. Ну, краб, акробат. Оп, 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 оп. Ну вот, оп, вот оп, это оп. Уже улов. Вот это уже улов. Вот это профессионалы. El nafillo caimán se la de otra nación. Ναι, δεν θέλει το τηγάνι, δεν τα αρέσει. Ούτε κατσαρόλα. Τώρα είναι ακριβώς 2 ώρες και 10 λεπτά. Από τότε που πιάστηκε. Τα λιμάνια, τα λιμάνια καεί τώρα. Του κάνει τα λίμνια, του κάνει. Έχει βάλει κριτικά και του κάνει τα λίμνια. Το βράδυ δεν το βλέπω να πέσω με τη γυναίκα. Δεν το βλέπω να πέσω με τη γυναίκα το βράδυ. Πώς είναι, πάνω... Thank you.